Приветствую вас, друзья. Меня зовут Олег Минин. Я вице-президент Imperium Group по маркетингу. И для вас у меня отличная новость. С 1 мая 2020 года мы вводим дополнение, улучшение в наш маркетинг, в нашу партнерскую программу. С 1 мая 2020 года те логины, на которых не было проведено ни одного балла в течение 9 последних месяцев, будут удалены из системы. Почему я сказал, что это улучшение, да, маркетинга? Потому что отныне все эти бесполезные логины не будут засорять ваше дерево в вашей структуре. Вы будете видеть, кто действительно покупает, кто работает и с кем можно работать. Если человек 9 месяцев не делал покупок, да, не было ни одного балла, то значит этот человек уже не является клиентом и тем более партнером. И просто находится в базе и занимает место. Это просто неудобно, и действительно многие лидеры, многие партнеры нас просили об этом, чтобы сделать через полгода, да, но мы сделали 9 месяцев, чтобы действительно дать возможность людям за 9 месяцев все же что-то купить, да, кто покупает редко, чтобы у него тоже была возможность сохранялась делать покупки. Ну, 9 месяцев, я считаю, это максимальный возможный срок для этого. Также еще один положительный момент. Теперь те люди, которые, да, из системы выбыли, да, потому что не покупали ничего, не строили структуру, не участвовали в партнерской программе, они смогут заново зарегистрироваться в любую структуру. Бывают разные ситуации. Иногда склады какие-то закрылись, какие-то лидеры низшего звена ушли из компании. И партнеры, клиенты, остались без спонсорской поддержки. Теперь они смогут зарегистрироваться вновь в любую структуру по своему выбору. То есть эти люди, да, заново могут начать свой бизнес и сильно уже эффективно его строить. То есть одни плюсы вот это наше дополнение несет. Если у вас есть люди, такие люди, да, которые претендуют на удаление из системы, вы можете их сейчас обзвонить, если они хотят остаться именно в этой структуре и продолжать быть клиентом или быть партнером, то пусть они сделают покупку до 1 мая 2020 года. Вот такая для вас хорошая информация, и до новых встреч. Успехов!